В Ханты-Мансийске прошел чемпионат округа по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие полсотни спортсменов из Сургутского района, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Лентора. Девочки и мальчики стреляли по цели с 30 метров, юноши и девушки с 60, а взрослые лучники пытались попасть в яблочко с расстояния в 70 метров. В итоге по три первых места завоевали спортсмены из Сургутского района и Нижневартовска. Еще одна золотая медаль – лучницы из Лентора. Отмечу, это был отборочный чемпионат на первенство России и спартакиаду учащихся.